возбуждение по нерву должна быть на руке около 50 метров в секунду или выше. А здесь мы видим, что 28 метров в секунду. То есть практически в два раза медленнее, чем это необходимо. Для того, чтобы окончать, вы с результатами генетического исследования. Наши предположения подтвердились. У вас выявлена мутация в белке, который формирует оболочки периферических нервов. То есть есть генетический дефект, из-за которого этот белок отличается от нормы. Взаимодействие между нейроном и другими нервными клетками происходит с помощью коротких и длинного отростков. Они подобны проводу, покрыты изоляционным материалом, белковой миелиновой оболочкой. Эта оболочка обеспечивает высокую скорость прохождения нервных импульсов. При нарушении оболочки в работе нервных окончаний возникает сбой. Он приводит к ухудшению работы мышц. То есть это у нас в генах, да, получается? Да, залом. Да, это получается...